зонтика. Не с собой, а вообще у меня зонтик. Ну и зонтик в Украине остался. Защищаем его нельзя. Когда идет дождь, я одеваю куртку с капюшоном. Знаю, через спорт. Хорошее заземление, Роман, это лучшее заземление. Что я хотела сказать? А в армии есть зонты, просто надо купить. Что я хотела сказать? Сбилась. Про погоду что-то говорила. Людина хоть и не летает, а летает. А, про Булгар. Короче, была один раз у меня ситуация. Я ехала в автобусе. Едет, короче, много, ну, там люди были. Артур, спасибо. Посмотри, сколько по статистике дождливых дней в армии. Если начну. Тут поэтому я не покупаю. Попалась со мной и улетела. Ага. Еду, короче, в автобусе, заходят такие две девушки, ну, так, они такого возраста, как я, может, 25, и парень. Парень такой красивый из себя, весь красавчик, болгар. Короче, я не знаю, кто они там друг другу, но... О, всех у меня полетел дальше. Давай, Роман, поставим. Если еще хоть два раза будет дождь, покупай. У меня уже был два раза дождь, я просто в куртке с капюшоном был. И, короче, они едут. И одна из этих девушек, его девушка, они типа стоят, обнимаются, целуются. Потом, короче, они стоят, обнимаются, зажимаются, там целуют он ее. Она, короче, отворачивается к нему спиной и разговаривает с этой подружкой. В это время этот булгар начинает строить мне глазки. Когда она отворачивается, он прям стоит вот так, короче, там подмигивает мне. Я такая сижу в шоке. Короче, вот это он стоит, там подмигивает мне. Она к нему поворачивается, он опять с ней целуется. И потом происходит опять такая же ситуация. Я такая думаю, нет, ну это пипец. Слушайте, вчера еще сидела в эфире. Я сидела внутри, а там типа вот у меня стеклянное окно было, и за этим окном, за столиком сидела парочка. Кстати, его девушка сейчас опять сегодня пришла, но она сегодня с подружкой. И, короче, они сидят. И они едят салат. И в это время, пока она ест салат прямо перед ним, он начинает, короче, он вот так вот смотрит, а как он, короче, делает глазами, и начинает меня так подмигивать, вот так вот по губам вводит, я сижу, а она в это время просто типа ест салат. Она типа поднимает глаза, и он перестает это делать. Я вообще сижу, и я думаю, эти болгары что, вообще уже в край хамили? Это типа нормально? Прикиньте, для болгар, я вот думаю, они типа такие все, я не могу, просто это уже ж не первая ситуация. И это прям при них, прям вот в моменте с ними, этот пиздец. Я думаю, офигеть, это жизнь. Они такие смелые. Where's the lovely life? I don't have my life. Еще такой селект. Да, они типа играют. Это жесть, да. Я вообще, я на него так посмотрела, думаю, ты шо вообще? А потом, если она заметит, он скажет, мне кажется, что если бы она даже заметила это, вот я так вот, я на них так посмотрела, мне кажется, что если бы она даже увидела, как он мне это все делает,
что она никак не отреагировала, что-то так и подумала. Что мне кажется, может у них это типа ничего, не знаю, ничего такого. Коза, да, они типа балуются, Типа пока она ест салат. Пока она ест салат, азар. Он адреналин получил. Зато вечером будет жарко. А ты бы как отреагировала? Как бы я отреагировала? Если бы я такое увидела? Я бы... если бы я такое увидела, я бы никак не отреагировала. Но это было последний раз, когда он меня видел. Ну, или я бы что-то тоже вычудила. Ну, вот веточка. Я бы вообще спокойно, я бы сделала вид, что типа ничего не происходит, и что-то под веточку вычудила. Ну и, конечно, это было бы последний раз, когда он меня видел. Булгары, они такие. Чем ты хочешь, наверное, самой красивой девушкой в своем городе? Знаете, все-таки у меня есть, у меня Марс в Скорпионе, да? Я, видите, я типа не хочу никак реагировать, но вот веточку что-то хочу сделать. Все, не ведись на Булгар. Ой, что-то они мне... Не знаю, мне что-то как-то... Меня тут еще сватать с одним булгаром хотят. Я говорю, я не хочу, боже, не надо. Не знаю, мне что-то... Мне что-то вообще не... Я не знаю, почему... Мне кажется, они какие-то все. Хотя чем они отличаются, не знаю. Блин, не знаю, какую же музыку послушать, все так надоело. Я, когда все надоело, я слушаю какую-то старую. Он что, булгарский король, что с ним сватать? Нет, я тоже сказала, а он что, типа, кто он такой? Что, он завидный сильный жених, что вы так хотите сватать? Ну нет, он не король. Я говорю, ну тогда я не буду с ним встречаться. Я не хочу, он булгар, вот это напряганцы, буду разговаривать с ним. Даже старую жену. Боже, позвонила женщина, не подходит. Да, я тоже сказала, что как бы все. Она когда сказала, что он не король, мне уже стало неинтересно. Ну, Артур. Я такая, да, ну не, я не пойду. Ситуация потом. Позвонила женщина, боже, вообще, с которой мы жили в другом отеле. Как только мы приехали в Болгарию, она там работает на одних людей сейчас в Болгарии. И там типа какой-то молодой классный болгар, и они типа хотят найти классную невесту, и спросили, нет ли каких-то знакомых, типа красивых и классных, порядочных девушек. Она меня вспомнила, и говорит, он типа такой классный, туда-сюда, типа он хочет с тобой встретить, типа встреть, пойди с ним на свидание. Я такая, а кто он? И когда мне сказали, мне дают, ко мне уже не интересно. Я говорю, я не хочу. Честно. Я вообще не понимаю, что это желательно. Не, ну, не, я понимаю, но... Но я не хочу. Да, мы все сделали, слушаю песни группы Modern Talking. Мне, кстати, нравится Modern Talking. Когда ты последний раз была на свидании? Знаете, в каком году? Это было в Украине, и это было очень давно. Это было... Это было до ТикТока. Детстве. Нет, это было до ТикТока даже. Вы...
Не, не, свидание хорошее, понравилось. Получается, в 2020 году. Ну, а именно потом, это именно чтобы на свидание, не ходили. Я зачистил. Капец. Но мне это было неинтересно. То есть, понимаете, да, сегодня 2024 год. Ого, да. И что зачастить? Древних богов. Ну ты зачастила. И не говорите. Понимаете, просто я не... Мне не нравятся вот эти... Я никогда не сидела на сайтах знакомств. Я не понимала вот эти встречи просто с каким-то левым человеком. Нет, если я должна пойти на встречу, то когда мне человек нравится. Чтобы мне кто-то понравился. Это раз в пяти лет. А приглашаю часто? Да, приглашаю Лизу постоянно. Да, давно это было. Короче, план раз в пять лет. Но я не хочу, я не готова раздавать свою энергию просто на какие-то непонятные знакомства и даже просто на какие-то встречи. Мне это не интересно, я не готова типа тратить на это энергию. Мне нужен человек нравится. Вот у меня тогда был отклик. У меня отклик очень редко, мне редко вообще кто нравится. Я такой человек. Я реально не вдумчива, мне тяжело, чтобы... Вот тогда я пошла, тоже я сама была удивлена, но у меня был отклик на человека. Все остальное мне не интересно. Вот мне тоже говорят, да просто, типа, да пойди просто на свидание, пообщайся. Мне не хочется. Я не хочу ни с кем общаться, с кем-то... Фу, мне не хочется. Чего я тоже с кем-то общаться? Ты шо, медит? Страшно за тебя. Чё? Мне за себя не страшно. Чё? Не знаю. Тоже мне так говорят. Алиса, я реально чувствую вашу мощнейшую энергетику. А знаете, почему она мощнейшая? Потому что я ее не трачу на свиданиях. Я не трачу ее ни на поймешо, это правда. Не понимаю, как это просто... Ну да, типа... Вдруг следующий будет через 10 лет? Не, не будет. Через 10? Вот да, думаешь, это мне надо или кому? От веки, да, и правильно, что не знаю. Потому что я говорю, что инструмент судьбы, должен все воспринимать. Не совсем поняла, что.